Небольшой, говорят. Сяду поудобней. Всем привет! У меня в руках якутский нож. Ну, это такая вещь, которая вот, приятно, что он у тебя есть. Ты можешь даже его на полку положить, его мимо будешь проходить и понимать, когда увидишь, что у тебя будет хорошее настроение, когда ты увидишь этот нож. Потому что он доставляет удовольствие. Не только как экзотика, да, но еще функционал. Заказывайте, не пожалеете, пришлют 100%. Когда вы им позвоните или напишите, обязательно напишите, что вы Митягина или там фамилию Митягин, промокод Митягин и 5% скидка. Не обязательно на якутский нож, они много ножей делают, так по секрету скажу. Но рекомендую все же якутский нож. Вот такой вот он. Вот видите, орнамент. Вот такие вот тут якутские животные. Смотрите, оп. Нож не зарывается. Вот она, чистейшая филе, снимается с кожи на раз-два. Также вы очень качественно будете и мясо резать, и мерзлую рыбу будете вот так вот строганинку делать, и колоть лучины. Хорошо она, когда вот выпуклая линза, она вот прям отскакивает, прям вот, ух, песня, песня. Заказывайте, пользуйтесь, ну и вспоминайте нас хорошим словом. Всем пока, смотрим дальше. Он поверху идет, нахуй. На глубину не идет. Пошел уже на глубину. Сейчас выходи, вот сюда вставай. На мысок. Ну ты себе повыше. И давай как я работаю. Качай, мой мальчик, качай. Расслабься. Получи удовольствие просто. Мне, чтобы другу дать, повываживать. Вот такие в Петербурге друзья. Здоровущий, пипец всему. Стал перекручивать, натяжку делаем. Спокойно. Видишь? Это делается на последний день. Сейчас всплывать будет.
против солнца не получится. Блять, блять. Отлично. Получилось хорошо. Вытяни хвост, вытяни. Не, не вытянуть хвост. Откуда? От основания хвоста? Не-не-не. От конца? Не-не. От излучины. Излучину видишь? Во, держишь? Да, держу. Какой у тебя он получается, все неровно, он прогнулся. Ну, давайте его поближе. 1,60 м нахуй. Даже 61 у нас, или 2 нахуй. 1,62 м. Сколько? Держишь? Да. У него не выпрямлен он просто, Иваныч. 1,63 м нахуй. Поближал. Давай, залезу в воду, его выпрямлю. Немножко 75 76 77. Пускай. Это крупный таймень. Это вам не хухры-мухры. Видишь, все сошлось. И воблер правильный. И руки золотые. Сейчас состоится взвешивание. В нашем арсенале имеются весы. Весы серьезные. Приближаем. По этим цифрам смотри. Вот по большим, да? Да, по внешнему кругу. 40 ровно. Не, 8 нахуй. Какой 40? 48. А вот пришла еще команда. Ну, сейчас профессионалы нас будут снимать. Я камеру выключаю. Санька поймал. Как мы вовремя? Сейчас фотографировать надо. Дима, поможешь это пофотать? А то у Юрки всегда проблема с фотографией. Давай, сколько? 48. Покажите. Не рассказал удачи, а ты говоришь, блин. Это сегодня исключительно командная заслуга и заслуга в первую очередь Ивановича. Долго боролся? Нет? На видео снимали? Юрий Алексеевич, если включил, то снимал. А длина какая? Скажите, 1,61 м или 1,62 м плюс-минус? Охренеть. Сейчас, подожди. Оно же это. Фоткались? Нет? Не, только в вершине. Ну сейчас на фотографируем. Там все. Такой поросенок. Еще 48, да, с пасаком? Или без пасака? С пасаком 48. С пасаком 48. Да. С пасаком 48. Ну, в смысле, с мешком этим, да? Ее никто не продержит. Пацаны поймали рыбу. Пацаны. Заваливай на себя. Вот так. Это что такое здесь? Ну, вот так. Охренеть. Оп. Все нормально. Еще раз смотри. Надо быстрее фоткать. Ну, не меньше точно.
уходим. Я вас на пару фотографий сделаю. Саня, красава! Главное, это не уронить. Я не могу, блин. Хороший ты не сделал. Ну, уже я видео и на это. Раз, два, два, два. Но это потом. Ты неправильно делаешь. Да, ты его разбитовком ты немножко. Не кусай его! Ну, следующий. Ты поближе к голове, руку бери. Хорошо, все, просто мне так Саня сказал, сюда бери. Бери, а вижу, башка тяжелая. Ну. Вот, во-во-во. Вот. Давай. Хвост возьми, да. Выше. Распрямить можешь немножко как-нибудь хвост? Плечом, плечом вперед. Сделали фото? Да, я сделал. Сайга! Кто будет фотографироваться? Я хочу сфотографироваться. Ну, надо с командой сфотоваться, конечно. Давай, ну это как бы. Юра, давай. Конечно, надо. Давай, давай, давай. Юр, я не участвовал. Да что, блин, ну, блин. Юра, ну как надо не участвовал. Я на сфоту, я на свой. Да. Можно сфоту? О, слава. Да, поди, хвост не возьмешь. И держи его. Саш, ну-ка. Да, постракуй. Серег, отойди, чтобы не было. О! И меня все смотрим. Классно. Вот, вот это классно. Это супер. Ну, сейчас... Все отлично. Давай, 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 пойдем. Все, пойдем. Иван, сколько просто снимай. Вот все, что видишь. Вот эти главные кнопки, вот, чтобы не задеть. Ничего. Ага, давай, давай. Давайте, давай. Давайте быстрее. Давайте быстрее. Улыбаемся. Улыбаемся. Сиськи. Сиськи. Как это? Бля, ближе, смотри, Ваня. Ваня, он опять берет. Ого-го! Вот, выгнулся. Фотой, 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 Саша! Фотой, по-разному. Жми побольше, Лёха, Юра. Едут. О, давай, 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 давай. Есть. Хвост прими. Попробуй да левым, левым плечом его немножко. А там, как сосиска. Ну, побывайте на сосиске. Пацаны едут тоже. Пусть глянут хоть на рыбу. Нет, как Сергей Геннадьевич приедет. Ну я же говорил. Короче, миссию взяли. Ну я же говорил. Ваня, может быть, это, пусть посмотрит, а? Саня, молодец. А то Леха Конев так хотел посмотреть. Че, вытащить это, блин. Не твой, Сергей Сергеевич. Может, он сплавился? У меня больше было. Ну фото есть. Но он был не меньше, да, Серег? Ну, конечно, нет. Ну, он... ну, значит, полтинник был. 48, минус 2, 46. Судя по твоему выдавцу, как будто ты вытащил его. Тоже я чувствую, как приятно течет по спине, но, блин, как же хорошо. Офигеть, можно испачкаться, да, Слава? Вот сегодня вообще можно все. Я подумал, блин, если мы сперва, вообще... когда он вынырнул, я думаю, небольшой, я говорю, так. 50 килограмм. Ты посмотри, иди сюда быстрее. В садке, да, 50? Дима, ты что ли? Инвалиды, нет. Быстрее бегите. Нет. Праздника не будет. От меня, от Сашки командная будет. Командная работа. Блин! А можно щелкнуться снимать? Нельзя. Нет. Нельзя. Понял. Так кто поймал там? Я поймал. И фотоса никому не даю. Тут рядышком как-нибудь, там сбоку. Дим, ты? Нет. Зацепил. Санька с Юрой. Вытаскивайте. Вдвоем? Вдвоем. Вдвоем они по очереди вываживали. Унизил по полной. Ну это в хорошем смысле этого слова. Я такому уже унижению рад. Век. Я же сказал, век, что помнишь, и мы знаем всех, кто поймает. Мы так и знали, что ты приедешь, так и скажешь. Я же сказал, скажет Геннадьевич. Помнишь? Конечно. Конечно. Я не обманываю. Ты же сказал, что он сорвется у меня, он сорвался. Да, я сказал, что мы знаем, кто поймает самого большого. А мы решили, что это тоже. Он пришел. Нет.
сколько мне? Метр 60, метр 70. Вот у меня был чуть-чуть больше. 2,20 метра. Честное слово. Тебя смотрю. Я сам был в. Вань, чуть-чуть на секунду приподними. Представляете, далеко, да, получается? Вон под кустом, под этим. Где вы его и видели? Оттуда, где мы кидали. Там и стоял, видимо. Вот, вот эта ветка. Ну, сколько там от нее? Ну, 15 метров. Все, готово? Сейчас, обожди. А мы все кидаем туда. Нет, там рыбы нет. На выходе. Сколько облавливали эту яму, Саша? Ну, вот сразу после обеда, ну сколько мы здесь, часа полтора, наверное, были. Сколько вытаскивали-то? Минут 5, 10, 15? Ну, как-то 7, быстро. Ну, 7, да. 8. И что классно, все его увидели, вся команда. Вот это вот самое классное. Не то, что там по фотографиям. Я предлагаю всем встать. Хотя, мы теперь все увидели. Покажите воблер. А, ну глубоководная лопата. Да. Хотя нет, ну нормально. Обалденный воблер. Не харюца, похож прям. Как харюца сделано. Ну, пойдем пару раз кинем там, походу, где я хотел кинуть. Мне надо, чтобы как отпустили, чтобы как он ушел. Ты думаешь, что... Ну, я думаю, что надо для фильма, как он уходит. А, для фильма? Конечно. А тоже никто не поверит, что на котлеты не забрали. Там раз праздник, говорит, а что это на столе? Да у нас фотосессия, он спокойно. Смотрите, как грамотно стоит. Грамотный Томей, да? Нет. Или Иван Иванович. Ага. Сапоги под плавники. Сейчас отпускайте, я попробую его поймать. Нашел слепого, хорошо. Все, 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 ребята, уходит, уходит. Пока-пока. До свидания, мой любимый Томей. Ну, поздравляем. Наконец-то Питер показал себя. Молодцы, ребят, мы поехали. А кто бы сомневался.